Ребятки, если вы хотите получить новенький iPhone, деньги, много конфет или игровой компьютер, то прямо сейчас успейте подписаться на канал, поставить лайк и нажать на колокольчик за 3 секунды. Начинаю отсчет. 1. Скорее подписывайся на канал. 2. Ставь лайк. 3. Нажимай на колокольчик. Последняя цифра лайка – это и есть ваш приз. Кто успел, тот умничка. Желаю приятного просмотра. Ребята, всем привет! С вами я, Коля. И представляете, бабка меня позвала, сказала, надо подготавливать пир на весь мир. В общем, сказала, надо сделать кучу шашлыка, кучу всего надо сделать. Вот, я и согласился ей помочь. Вот, ребят, ну а вы сейчас обязательно поставьте в начале видео лайк и подпишитесь на канал, если вам нравится смотреть мои видео. Да, ребят. Ну а также в комментариях можете написать, надоело ли вам сидеть дома или нет. Вот просто напишите, ребята, да или нет. А я почитаю. Мне лично очень уже сильно надоело сидеть просто дома целыми днями. Я вообще никуда не выхожу. И это просто начинает надоедать. Вот, ребята, все. Идемте к бабке. Ток-ток, бабка. Бабка. Привет. О, наконец-то приперся. Ну, приперся, я приперся. Короче, мне нужна твоя помощь. Давай рассказывай конкретно, а короче, то ты мне как-то мне все... надо. Давай. Мне надо вот тут, вот с этой стороны убрать вот это все. Так. Вот здесь поставить печи. Прямо во всю стену. Прямо во всю стену печи? Потому что мне надо зажарить. Хочешь, покажу чего? Чего? Давай, показывай. На, я тебе покажу. На, держи. Подожди, бабка, сейчас я все проставлю. О! Сколько? Вот столько мне... Так, это только свинина, еще есть говядина. Ого! Понимаешь? Вот это мне все надо выжарить. Выжарить. Делать шашлыки, понимаешь, шашлыки. Еще кто-то, конечно, рыбу любит, поэтому рыбка тоже нужна. Бабка, ну все, по полстака в печку запихивай. Давай уже запихивай сам. Так, я уже запихала, ты давай уголь ложь, а так. Я рыбу положу. Ну давай, я беру угля беру. Так, ты там остальные мясо тоже положь. Хорошо, бабка, сейчас все сделаем. Так. О, пошла же, ой, сейчас аромат, бабка, будет стоять. Давай, я покажу. А что ты больше любишь, мясо или рыбу? Я люблю все. Все, что жарится, все, что не жарится. Ты что, что-то да, сырое ешь, что ли? Ты что такое несешь вообще? Сырое я ем только эти овощи и фрукты. Ну ты говоришь, что жарится, что не жарится. Да там. Успокойся, ты неправильно услышал. Бабушка не ест сырое мясо. Ой. А я тут думал, может и это? Упаси Боже, есть сырое мясо. Ну да, бабка, наверное, только раньше такое делала. Сейчас бабка уже не монстр никакой. Так, ты сейчас договоришься и получишь у меня по шее. Баб, конечно, странный, ты такой добрый монстр. Давай уже делай. Да делаю, я делаю, бабку, ну что ты, ну. Побыстрее желательно бы это все бы делать. Так. Так. Все, бабка, немножко осталось. Давай уголь, пихай уголь, говорю. Все, вот последние вот эти печки. Нет, не все, вот, все, теперь все. В смысле? А то у меня рыбы. Ну рыбы, потому что надо много, я тебе говорю. А, ну ладно. Ого. Хорошо. Так. Короче, вот этот шкаф. Все, вот этот шкаф. В него надо, короче, готовую. А, и сырую, и скинул. Вот что осталось да у меня. Какую сырую? Все, бабка. А, готовую? Хорошо. Готовую вот в этот шкаф надо ложить. Вот в этот шкаф готовую. Ага, бабка, а мы с тобой же поедим? Чего ты сейчас такое сказал? Ну, мы с тобой, ты, миска, тоже поедим же, правильно? На обед там или что-то. Чего ты сейчас сказал? Ты сейчас чушь-то несешь какую-то? В смысле чушь? Ты чушь, сейчас я тебя спрашиваю, зачем несешь? Ты что, меня не угостишь мясом? Нет. В смысле? Вообще-то я тебя пригласила, так сказать, помочь мне, а не мясо мое жрать. О, бабка, да что, тебе пару кусочков, что ли, жалко? Конечно, у меня все рассчитано. Так, ладно, вычту у тебя за то, что за помощь. Отлично. Бабка, ты мне что, да жарь тогда сама. Все съеденное мясо. Вычитаю у тебя из зарплаты, которую я тебе собиралась заплатить за то, что ты мне помог пожарить. Ну и все, бабка, тогда я пошел. Все, пока. Вот и вали. Блин. Я позову своих гостей наконец-то. Ребята, вы видели, сколько у нее там мяса, а она мне... Да я бы там много и не съел, вы понимаете, что столько одному съесть нереально. Оля, а знаете, что я придумал? Оля, давайте здравствуйте. Послушаем. Давайте короче, все идет полным ходом. Ну-ка. Рыба жарится, мясо жарится, короче, все жарится. Что я хочу сказать? Короче, пообзвони всех, чтобы бабушка не звонила, а то голосу я вообще сорву. А вечером я вам как буду рассказывать, так сказать, мои планы. Так вот, планы. Позвони всех монстров, которых мы знаем, да, которых по списку там 10 человек, да. Я для них приготовила рыбки, там, короче, мяско, говядинки, свининки. Ну, кто хочет сырого, я тоже натолкала. Ага, сырое, да. Да, это-то я помню, что вегетарианец, успокойся. Для него я приготовила травы.
Ага. Ну, короче, все. Все, вечером к 7 часам я вас жду. Как раз все будет готово. Ребята, я кое-что придумал. Давайте пока. Короче, надо бабку напугать. Так, а знаете, как мы ее будем пугать? Смотрите. Будем что, не типа расстройство желудка. Ой, это кто пукает? Это кто пукает? Эй! Ой, это что, живот урчит, что ли? Это мой... Подождите. Да я не пукаю, да нет, что? Это мне кажется, да какой я ж не пукаю, что такое-то? Ой, а что это? Ой, это мой живот, походу, дело урчит. Ой. Так как, подождите, а как он урчит, если я даже мясо не ела? Так я поняла, бабушка все поняла. Это от того, что я голодная, вот и урчит. Так, сейчас я мясо соберу и, пожалуй, надо поесть. Да, точно, ой, и пукаю. Нет, пукаю точно не я, нет. Дед, это ты там пукаешь? Дед! Бабка уже всю комнату завоняла, ты что там творишь? Так ты не пукай и не это будешь вонять. Ты! В смысле я? Я еще не успела. Так, все, как это не ты, это ты! 4 печки и поем. Да, нет, это по-любому дед пердит. Так, сейчас мы вот это сюда сложим. Так, и надо поесть, надо поесть. Так, все. Если бабка съест мясо, ребят, начнется. Ой, тихо. О! Теперь точно. Ой, а что это? Ну, посидеть надо. А что такое-то? Я пошла в туалет схожу. Так, что-то ребята, отлично. Не здоровится, что ли? Так, где не здоровится бабка? Бабушке по ходу дела. Так. Ладно, посижу на унитазе. Так. Фу. Да куда, нет, это же не может быть, да, это не бабушка же. Сейчас, да если быть, ей позвонит монстр. Не пердит, то что сейчас, такое? Ребята, если ей позвонит монстр, это же будет вообще жесть. Так. Ой. Алло. Ой, да нет, это кошка учит, да. А все, все в силе. Ой. Да не пержу я, это не я, это дед он рядом стоит. Да, это не я. Не ври, это не я. Это бабка. Ты закрой. Бабка объелась мясо. Все хорошо. Мясо вашего объелась бабка. Ой, так, что такое, а? А что ты мне... Точно, зельку пойду выпью. Что-то неплохо. Так, ребята, сейчас она пойдет зельку выпьет. Блин, а что я рыбу же съела? А что, не свежую мне, что ли? Ах, этот Петрович мне не свежую рыбу, значит, подсунул. Ладно. Так, ребята, где тут бабка? Устрою я ему веселье. Все, так, взяла. Так. Ох, я ему покажу, где раки зимуют. Так, ребята, зельку бабка я выпила, наверное. Я приду и покажу этому ведь Петровичу, где раки зимуют. Ребята, чуть не спалился с бабкой. Так, отлично, все. Да что такое? Ёперный балет, это как это так, это... Ладно, посижу еще на унитазе. Что такое? Ой, все, короче, что-то бабушка вообще расстроилась. Оля, короче, все отменяй! Отменяй, тебе говорю! Бабушка себя нехорошо чувствует. Да! Да нет, все хорошо, просто рыба не свежевалась. А, баб! Ага. Так, рот закрой, я разговариваю. Закажи КОМАЗ противогазов. Да, и чё? Нет, все, давайте перенесем, через месяц, да. А я пойду кое-кому сейчас уши надеру. Ага, давай, пока. Баб, КОМАЗ противогазу, так, товарищ. Так ты рот закроешь свой сегодня или нет? Дышать не могу. Иди, выйди на улицу и дыши. А можешь вообще не дышать. Я тоже не против, в принципе. Так. Господи, где бабка-то? Рыба, значит, да, рыба. Ну, пошла-ка я к Петровичу схожу. Покажу ему, значит, какую мне рыбу подсунул. Так, ребят, надо Петровича спасать. Бабка! Чё? Ты чё тут делаешь? Да я тут с другой деревни шел. Что такое? Что случилось? Что дед ты кричал? У меня расстройство желудка. Короче, правда? Все отменяло. У меня я эту встречу, значит, планировала целый месяц. Так, ага. Закупала продукты, все жарила, все парила, так сказать. Баб. Это ты, зараза, что ли? Баб, ну дай мне немножко мяшку, я пойду. Да хорошо. Сейчас бабушка тебе даст. Пошли. Куда пошли? Пойдем мясо кушать. Да? Идешь? Пойдем. Бери мясо. Так. Бери любое мясо, я тебе говорю. О, вот такого. Еще возьми такого. Рыбы. И для Петровича возьми. Ага, так. И для всей деревни возьми, да. Так, взял. Еще бери, прям побольше бери. Побольше, взял. Чтоб все, тебе пошел. Побольше. Куда ты пошел? Пошел он. Так, куда ребята. Ты пошел, я тебя спрашиваю. Так, ребята. Так, ты далеко пошел-то? Господи, ребята. Не смеши народ-то, пошел он. Надо убегать.
Убегать? Сейчас бабушка тебе покажет, как убегать. Блин, сейчас бабушка тебе такое покажет. Ну за что? Я, значит, отменила свою встречу, которую месяц планировала. Ты мне опять все планы мои спутал. Из-за какого-то мяса, из-за куска мяса, которого я тебе не дала. Ах ты, зараза маленькая. Ну-ка иди сюда, я тебе сказала. Сюда подошел? Ты думаешь, ты от меня убежишь? Да ты не убежишь от меня, я тебе говорю. Ну прости, пожалуйста. Сейчас я тебе покажу, где раки зимуют. Я тебе покажу, где раки зимуют. Жители, спасите, жители. Да никто тебя в этой жизни не спасет, они меня боятся, как огня. Иди сюда, я тебе сказала. Сюда подошел. Ай, ай, ай. Все. Блин, ребята. Зараза мелкая, ты мне все испортил, я тебе сказала. Ребята. Сиди тут, может тебя кто-нибудь освободит. А ничего, у меня тут столько мяса есть, могу и посидеть. Зараза мелкая. Сейчас бабку летит, попрошу жителей, чтобы освободили. И мясом их угощу, в смысле. Все, ребята, в общем, нормально, мы так напугали бабку. Всем удачки, всем пока-пока.